Всем привет! Вы знаете, проходя перепись населения, меня немножко поставил в тупик один вопрос. Какой ваш родной язык? И дано определение, что это тот язык, который вы первым освоили после рождения. Ну и казалось бы, правда, все, практически все мы с вами осваивали русский язык, потому что первое слово «мама», «папа». Но какие мы после этого белорусы? Вопрос сложный. Поэтому мне как-то даже стало немножко стыдно. И в то же время я говорю вам об этом на русском языке. Давайте сегодня поговорим немного о русском и белорусском. Это надо обсудить. Поехали. Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Какой ваш родной язык? В скобочках указано тот язык, который вы первый освоили после рождения. То есть те, кто уже прошел, в отличие от меня, да, я еще не успела просто, тот, кто прошел перепись населения, то есть уже переписался и свою семью, и всех остальных, они видели, что вопрос такой есть. Да, да, вопрос в есть, и он немножко двусмысленный, потому что, с одной стороны, он тебя поставил в тупик. Да, почему? Потому что мы считаем себя, многие считают себя белорусами, проживаем в Республике Беларусь, родились, ну, правда, конечно, многие в Советском Союзе еще, но тем не менее, гражданство у нас Республика Беларусь. Но даже если мы родились в Советском Союзе, ну, некоторые, да, то все равно мы же родились в составе Белорусской ССР, да, понимаешь? Да, да. Все равно мы белорусы. Но, если быть откровенным и честным, я предположу, что более чем 90% населения, если будут честными, ответят, что их первый язык при рождении, который они освоили после рождения, русский. Я думаю, что это 99,9% ответят, ну, так, ну, я так полагаю. Не знаю точно, ну точно очень много, очень большой процент людей будет так отвечать, если будут до конца честными. Потому что мы учим своих детей говорить «мама», учим своих детей говорить «папа», но это же полностью нас в данной ситуации дискредитирует как белорусов, потому что у 90% населения будет родной язык русский, а значит белорусский нам вообще как бы... Ну, давай сразу обозначим просто вопрос, которым... Мне стало стыдно внутри, честно. Подожди, не знаю, вопрос какой у тебя? Вопрос такой. Насколько важно для нас вообще в принципе разговаривать на белорусской мове, по-белоруску? Угу. Насколько это нужно? Вот. И как нам нужно отвечать на этот вопрос? То есть считаем ли мы себя белорусами, когда будем писать и отвечать? Это очень, очень еще ярко всплывает, когда мы путешествуем. И, естественно, опять же, мы многие, говорим не все. Говорим по-русски? По-русски, да. И нас ассоциируют сразу с русскими людьми. То есть люди слышат очень отчетливо русскую речь, иностранцы, и говорят: «О, вы из России, вы русские». Я говорю: «No, I'm from Belarus». Кто-то говорит: «Белораша» — это неправильно, да. «From Беларусь», там все. Они: «А, Беларусь, small country». Я вспомнила недавно тоже, мы когда отдыхали, и мой ребенок говорит: «Мам, а давай вот, ну, люди говорят там, да, каждый на своем языке, там, где мы были, да, и люди там поляки, по-польски, да, там, прибалты тоже на своих языках. Давай мы тоже будем на своем, ведь мы ж можем разговаривать, да, и мы как-то попробовали с ним, поэкспериментировали, в общем-то, какое-то время, да, общались вот так вот». Ну, иногда мы делаем такие эксперименты дома, то есть мы ставим эксперименты на папе, который совершенно не знает языка, и он вообще, он не белорус, и не жил в Беларуси, язык этот не изучал. Но втягивается, ты понимаешь, уже некоторые слова он тоже начинает понимать. Если мы переходим, то, мне кажется, мы переходим на счет раз, два, три. То есть это нужно всем, маленьким, большим, это сложно. И я считаю, вот, что я как бы белоруска. Но тоже, как и ты, и многие остальные, начала с рождения говорить на русском языке. И разговариваю на нем до сих пор. Я объясню, почему мне стыдно стало. Ну, то есть, почему именно это чувство, правда, эмоция, стыд. Объясню, почему. С одной стороны, я почему-то уперто считаю себя белорусом, и для меня это важно, вот это самосознание. Но я понимаю, когда мне предлагают: «Так хорошо», мои друзья говорят: «Так давай разговаривать на белорусском, давай, почему нет? Давай размовлять по-белоруску, чему?» Да, пройдем у кафе и будем там размовлять по-белоруску. И в этот момент я такой: «А, что-то как-то лень, что-то как-то, ну, это надо перестраиваться, вот я хожу это туда-то». Это нужно переводить в голове, да. Я, кстати, в голове не перевожу. Вот мне единственное, что радует, если я пытаюсь разговаривать по-белорусски, я в голове уже на русский язык не перевожу. То есть я думаю в этот момент по-белорусски, то есть я не перевожу на русский язык. Мне стыдно не потому, что непосредственно я не разговариваю на белорусской мове, а стыдно, потому что я как бы даже если... Мне скажут: «Саша, так если, ну, какое-то есть несоответствие внутри тебя, пожалуйста, начинай. Почему?»
Мне стыдно, потому что я не нахожу в себе силы, я не стараюсь перестроиться сам, да. А с другой стороны, мне хочется, то есть, как бы, вроде бы, мне хочется говорить, я белорус, я приезжаю, да, я А ты дочь учишь свою говорить? Нет, нет. Моя дочь говорит, опять же, я это понимаю, и тоже мне опять стыдно. Моя дочь научилась, мама, папа, понимаете? Mm-hmm. Кстати, первое слово папа. Да, вот то есть не батька, не мать. А почему не тата? Вот опять ты меня настыд. Ведь мы же виноваты, то есть мы находим объяснение в том, что нам не говорили, то есть нас не учили. Потом следующее поколение начинает говорить тоже, что да нас не учили и так далее, и так далее. Вот так мы никогда надо не станем на правильный путь. Надо как-то либо стараться начинать размовлять по-белоруску, либо какие-то маленькие шажочки. Я знаю некоторые маленькие шажочки. Давай. Один из маленьких шажочков, на который просто каждый человек способен. Например, вы всю жизнь разговариваете по-русски. Допустим. И вы приезжаете в другую страну, и вас ассоциируют с русским, как будто бы вы из России. Не соглашайтесь с этим. То есть вот не соглашайтесь, потому что вам говорят, о, Раша, скажите, что вы белорус, ну, что вы из Беларуси. Скажите на русском, что вы белорус. Потому что, правда, у нас два государственных языка. Нам можно спокойно разговаривать по-русски, но не забывайте о том, что... Нет, потому что мы действительно белорусы, да. Слушай, мой шажочек другой. Вот маленький шажочек. Мой другой шажочек. То, что ты предлагаешь, это как бы не совсем шажочек. Но все равно шажочек... там будут, по крайней мере, знать про белорус. Хорошо, да, все, плюсую твой шажочек, мой шажочек другой. Давай будем просто пробовать. Ну, иногда вот мы устраиваем какие-то вечеринки, посвященные каким-то Хэллоуинам, там еще чему-то. Почему мы не устраиваем вечеринки? Вот просто мы собрались, друзья, в пятницу вечером, да, телек смотрим, пообщаться на белорусском языке. Раз. Очень много сейчас переозвученных фильмов, таких коммерческих, голливудских, на белорусском языке. Почему нет? Два. Вот тебе тоже шажочек. Собрались, посмотрели. Дома с женой собрались, посмотрели на белорусском языке. Втягиваемся потихонечку. Мульты смотрим на белорусском языке с детьми. Вот это и будет. Будут шаги. Первые Круто. Шаги, я думаю, что мы... Заполняешь анкету переписи, напиши белорусское слово. Саври! Ну, тут уж каждый для себя решает, конечно. Я пока что не заполнил по итогу анкету, честно признаюсь. Я подожду, пока ко мне в гости придут. Интересно, как это будет проходить в реальной жизни. А я напишу белорусское, я точно это знаю. Нет, ты пишешь белорусское, понятно, но это там национальность, государство, Республика Беларусь, все понятно. А родной язык, и там в скобках это указано именно непосредственно... определение родного языка. Я сегодня, кстати, даже в Гугле проверил, что такое родной язык в Википедии, как написано. И именно тот язык, который первым вы освоили при рождении. И тут уже начинаешь, как бы, ну, русский же. Ну, как ни крути, там, как говорят, да, родная мова – это мова твоей мати. Мама моя разговаривала на русском, и по сей день тоже на нем говорит, поэтому здесь я не могу ничего изменить. Бабушка но моя, я могу измениться я сама, потому что так же, как мы выбираем себе религию, мы можем выбрать веру, да? Мы можем поменять фамилию. Почему мы не можем поменять себе язык? Запросто. Надо давайте начнем. Определение. С маленьких шагов. Вот мы с Александром договорились, и вот на этом, Саш, я тебя отпускаю и буду пытаться уже сегодня что-нибудь там разбавлять. До побачення! До хутка! Это надо обсудить! Друзья, ну и какой можно сделать из этого вывод? Давайте быть немножко больше белорусами. Делать хотя бы маленькие шажочки. Кроки. Возьми так. До побачення, Сабрина.